Комитет гомелёблимущества 23 октября проведет электронные торги. В Мозыре можно купить здание столовой. Площадь почти 800 квадратных метров. Начальная цена снижена на 80% и составляет чуть более 130 тысяч рублей. В деревне Радуша Жлобинского района предлагается к продаже нежилое здание. Площадь почти 200 квадратных метров. Начальная стоимость снижена на 50% и составляет чуть менее 9 тысяч рублей. В деревне Мармовичи Светлогорского района продается здание сельского клуба с пристройкой. Площадь 170 квадратных метров. Стартовая цена – одна базовая величина. В агрогородке Полесье Светлогорского района выставлено на торги здание школы с пристройкой. Площадь около 1700 квадратных метров. Начальная стоимость – 4 базовые величины. Торги проводятся на Белорусской универсальной товарной бирже. Туда же до подачи заявления на участие в торгах перечисляется и задаток. Подробности можно найти на сайте Комитета гомель-облимущества или получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43, а также по номерам Белорусской универсальной товарной биржи 70 05 40 или 8 017 309 32 49.